Кубадлинскую военную прокуратуру поступила информация о ранении военнослужащего Энской воинской части Государственной пограничной службы старшего лейтенанта Рювшена Мамедова в результате выстрела из огнестрельного оружия с армянской стороны. Об этом сообщил старший помощник военного прокурора, руководитель пресс-службы военной прокуратуры, главный советник юстиции Фирад Алиев. На основании поступившей информации сотрудники Кубадлинской военной прокуратуры совместно с сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий военной прокуратуры провели соответствующие работы и выполнили другие действия. По данному факту в Кубадлинской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух и более лиц» и «Покушение на умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды» Уголовного кодекса Азербайджана. Назначены экспертизы и проведены необходимые следственные действия. В настоящее время расследование продолжается. Будут обеспечены все меры в соответствии с требованиями законодательства и общепринятых норм и принципов международного права.